Автор единственного забитого мяча. Поделитесь впечатлениями, что вам помогло забить. Кто, может быть, помог? Помогло забить то, что я вышел, как вы видели, на второй тайм. Победа ему. Вот. С новыми силами вышел на второй тайм. Ребята, видимо, уже подзабились там. Были уставшие. Прошел по левому флангу. Саша Волоськин прострелил. Замкнул. Хочу поблагодарить вообще всю нашу команду. За то, что в отличие от первой игры был командный дух. Вчера обыграли. Сегодня выиграли. Я думаю, были бы у нас еще игры, также выигрывали бы. К сожалению, заканчивается и едем домой. Что случилось с командой после первого такого неуверенного старта в Ельце? Что помогло в этом турнире добиться двух побед? Наверняка в Ельце духа не было командного вот этого. Здесь как-то в Орле сплотились более или менее. Также болельщики наши с Ростова помогают, нас поддерживали. После первого поражения мы были обязаны просто выигрывать, чтобы отправлять хорошие новости. Все, спасибо большое, удачи вам в следующем турнире.